Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор силиконовой лопаточки. Каждая хорошая хозяйка бережет свои кухонные принадлежности и тщательно следит за состоянием сковородок и кастрюль. Большинство современных производителей сковородок покрывает жарочную поверхность посуды специальным составом, повредить который легко, используя обычный инвентарь для жарки. Лопатка из силикона отлично подойдет для сбережения поверхности сковород или любых сложных кухонных приборов. Силиконовая лопаточка – отличный выбор бережливой хозяйки. Лопаточка для жарки сделана из специализированного материала, обладающего замечательными качествами. Стоит отметить, что сам по себе материал данного приспособления абсолютно безвреден и безопасен. До того, что сделан из специального силикона, применяемого исключительно в пищевой промышленности. Лопатка из силикона – это удобный кухонный инструмент, который можно использовать не только для приготовления различных блюд, но и для очищения стеклянной тары с труднодоступным дном и стенками от остатков продуктов, таких как мед и варенье. Особенности таковы: экологичность материала, высокая термоустойчивость, высокая морозостойкость, не повреждает покрытие посуды, долговечность и прочность, упругость и сопротивление к стиранию. Вот так выглядит данная лопатка. Поверхность гнется. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!